Всем здорова, ребят, меня зовут Фиабра, сегодня залетел на сайт CSGO.RUN. Посмотрите, остались ли пушки и деньги на балансе с прошлого раза, когда я залетал на этот сайт. Посмотрел, и осталась одна пушка за 45 центов и на балансе еще 18 центов. Давайте с них попробуем окупиться, приятного вам просмотра. Ребят, не забывайте участвовать в розыгрыше, ссылочка будет в описании. Ребят, давайте пытаться окупиться. Давайте обменяем эту пушку по 0.25 центов. Давайте пушки. Попробуем с ним пытаться окупиться. Давайте поставим фейсэв на 1.2. Так, думаю, сейчас надо поставить. Давайте поставим. Здесь сейчас не крашится. Здесь сейчас сможем подняться, и мы подняли, найс. Так, стоп. Вот. Что, блин? Уже ничего не понял. Я слил или что? What the fuck? Найс, сайт лагает. Да, я поднял. А почему не показывается? Нам было обнять хоть же страничку. Все, вот они скинчики. Давайте поставим 1.1. Так, пожалуйста, сайт не лагай. Зря я сейчас залетел на этот сайт. Все, у нас уже пушками на 58 центов. Так. А все вместе на 71 цент. Так, ага, что-то я дорого взял. Давайте опять по 0.25 все разменяем. Опять люди пушки дешевые. Плюс 21 цент останется у нас на балансе. Потом я хочу поставить 1.3. Может потом я смогу подняться. Точнее 1.5 может быть поставлю. Точнее, скорее всего 1.5 поставлю. Доехали. Давайте 1.3 поставим. Что-то я боюсь ставить на 1.5. Так. Давайте поставим. Скорее всего сейчас бросок. Ёбаный пинг, нахуй. Так, 1.2, и я поднял нас. А сколько у меня уже? Так, уже на 79 центов, давайте разменим на 3. Давайте на 1.3, поставим, на 1.3 поставим, на 6.3. Поставить все, найс. Фух, я не зря поставил на 1.3. Так, пока что мы хорошо поднимаемся, и уже у меня 83 цента и еще 4 цента на балансе. Ну куда ты побежал? Окей, я поставлю сейчас петуха на 1.2. Так, все, я поставил. Скорее всего, сейчас я апну. Охуенно золотого сайта, или я проебал опять? Нет, я не проебал, слава богу. Так, и уже все у меня вместе. Это что я делаю? Уже 92 цента. Так, окей. Это уже можно считать доллар целый у меня уже. Ну, сука, я опять он побежал туда. Сейчас я не буду пока что ставить. Посмотрю, когда пройдет, когда все прокачится. Когда пойдут нормальные коэффициенты, тогда я и поставлю вот эту вот MP9. Сейчас я не буду ставить. Да, зря я не поставил. Окей. Так. Сейчас я остановлю запись, и когда пройдут все краши, я включусь снова. Ребят, я начал не сеть краши гребаные. Сейчас я пока что не буду все равно ставить. Скорее всего, опять солет. А нет, все пошло, окей. Сейчас я поставлю тогда потом на 1.3. Надеюсь, потом я сейчас апну.
88, окей. Че, я поставил на 1.3. Так, надеюсь, сейчас я апну. Это скин. Так, 1.2. И да, найс, я апнул. Так, уже сколько? 90. Блять, 96 или что? Или уже 1 доллар. Ровно уже 1 доллар, найс. Так, сейчас я буду с 30 подниматься центов. Так. Сейчас я поставлю, наверное, на 1.4. Да, поставлю 1.4. Все. Поставил. Так, если сейчас апнется, тогда будет уже хорошо. Потом я все эти скины разменяю под 2-30 центов. Если вы апнется, конечно. Да, она и сапнула. Сейчас я все это обменяю. По 30 центов. Ребят, пишите мне в комментариях, какие сайты вы хотите видеть в ролике. Блин, зачем я это пониже прописал? Так, на 30 скина я разменял. Разменяю сейчас еще на 0.25. Так, вот, допустим, этот. Так, и поставлю сейчас на 1.2. Этот скин. Удалю. Сейчас на РПшнице зря я поставил, не посмотрел на как. Фух, слава богу. Так, уже 1.18 на скина. Сегодня я хочу поднять 5 долларов где-то. Так, потом поставлю сейчас глок на 1.4. Не, сейчас я лучше не буду ставить. Сейчас пройдут сливы, и я снова включусь. Все, ребят, по идее, краши все прошли. Сейчас поставлю ставку на 1.2. Попробую сейчас апнуться. Надеюсь, получится. Потому что краш был только 3 раза. Но этот можно не считать, 2.31. Так, сейчас мы апнули. Всего-то 1 цент. Так что давайте сейчас поставим на 1.5. Пробуем так. Так. Куда он побежал опять? Так, давайте этот скин поставим на 1.5. Все, я поставил. Сколько мы подняли уже? Мы уже подняли 1 доллар и 38 центов. Так. Сейчас я думаю поставлю кнопку на 1.3. Попробую сейчас у нее апнуться до 50 центов. Сейчас я заранее сразу поставлю. Опять побежал куда-то. Все, ребят, я тут. Давайте ставить ставки. Давайте поставим вот эти две пушечки на 1.3. Это все я поставил. Так, надеюсь, сейчас не крашнется. Я заберу эти пушечки. Найс, я забрал эти пушки. У нас все вместе выходит на 1 доллар и 15 копеек, точнее центов. Так, надо было, наверное, на троечку ставить. Две пушки поставлю на 1.2, наверное, на 1.2 поставлю. Так. Скорее всего, я, по идее, подниму сейчас. Да, я поднял эти пушки. Так, 60 центов плюс 65, это 1 доллар и 25 центов у меня. Так, давайте поставим снова на 1.2. Так, сейчас я, по идее, тоже должен забрать. Да, Настя забрал. Так, давайте я меняю по 2000, по 0.25 центов. Эти две пушки поставлю это на 1.4. Посмотрим, получится или нет.
Надеюсь, не получится. Не получится. Все у нас получилось. Так, сколько уже у меня денег? $1.32. Так, сейчас я это поставлю на 2. На коэффициента 2. Если получится, то будет отлично. Так, все, он пробежал. Давайте сейчас поставлю на 2 коэффициента. Все, я поставил. Сколько я смогу без 25 центов поднять? Так, я сейчас подниму, а не будет с него. А, зря я, наверное, так сделал. Окей, давайте я это поставлю на 1.4. Так, все, я поставил. 72 цента мне остается. Профиль в инстаграме вызывал лишь только зависть у этих девочек, чьи парни изменялись ночами. Она все получилось. Давайте потом я сейчас поставлю на 1.2. Всех ее желаний. Куда ты опять? Так, давайте сейчас я поставлю на паузу, когда он пробежит. А, все, он пробежал. Поставлю на 1.2. Все, я поставил. Так. Ну, господи, задолбался. Я надеюсь, не кажется. Да, Нейс. Так, 1.30. Сколько там? 31 цент. Давайте на 1.2 поставим. 59 центов. Так, сколько я смогу поднять? Я поднял, сколько я поднял? Где я тут? А я себя не вижу. Поднял я, фиг знает сколько, а. Поднял, получается, 20 центов где-то, так. На 1.1 поставлю сейчас. 1.2 снова поставлю тогда. Так. Надеюсь, сейчас не кашлялся и... Найс, не кашлялся. Сколько это уже? $1.57. Давайте разменяю этот P250. Хотя, может, еще поставить. Давайте на 1.1 поставлю. А вот я сейчас разменяю по 0.25 на 3 пушки. А остальные деньги останутся у меня на балансе. Так, все, я получил. Сколько я получил? Сейчас посмотрю. Не хочу свой профиль заходить, получил долго. Так тоже будет долго, но... Сколько поднял? Ну, поднял 7 центов, нормально. Так, сейчас будем ставить вот эти вот пушки. Сейчас поставлю этот на 1.6 где-то. Да, на 1.6 поставлю. Опять он побежал куда-то. Сейчас поставлю паузу, когда пробежит. Включусь снова. Все, ребята, я тут. Давайте поставим плетку. И попробуем потянуть на 1.6. Ну да, зря. Сейчас я не буду, скорее всего, ставить. Потому что, наверное, он сейчас сольет меня. Если что, я заранее так делаю. Или поставить. Давайте поставлю. Потому что тут краши были. А тут только один раз поднялся. Сейчас, секунду, ребята. Все, ребята, тут. Так, сколько у меня уже тут? $1.37, окей. Давайте поставлю я сейчас на 1.5. Вот эти две пушечки. Это сколько? 58 центов. Наверное, я раньше выведу. Если бы сейчас сайт еще бы не лагал, было бы еще отлично. Так, или протяну до конца. Давайте протяну я. А, я уже протянул, окей. Так, это уже $1.66. Это где-то у меня уже 80-90 рублей. Так. Это я поставлю на 1.1. Боюсь ставить много коэффициента. Давайте эту пушку разменяю по 25 центов. На 4 пушки. Кяпнул. Получается 87 центов поднял. Точнее, не поднял, а собрали и так далее. Ну как сказать. Сколько я поднял вообще? Окей. 8 центов я поднял.
Так, сейчас поставлю вот эти вот две пушки. На 1 и 3. Сколько это у меня уже? $1.87, нормально. Сейчас поставлю 50 центов на 1 и 3. Так, поскорее бы подняться до $5. Это сколько уже получится? 300 рублей где-то. 16 рублей. Так, и я поднял, найс. Уже $2 и 2 цента. Very nice. Так, сейчас эти две пушки я, наверное, не буду ставить. Думаю, не буду, потому что сейчас, наверное, крашиться будет все. Так. И опять он побежал. Ну, почему он сейчас побежал, когда я убираю ставку? Так, поставить или нет? Давайте поставлю на 1.1. Это 50 центов. Я найс поднял. Сколько? Я поднял 5 центов. Так, и сейчас я поставлю на 1.3. Так. Уже 3. Уже даже 4. Вот опять он бежит. Наконец он остановился. Так, поставлю на 1.3. Скорее всего, сейчас будет каш. На 1, не 1 где-то. Так. Нет, хорошо, что не было краша. Я же поднял $2.24, где-то 110-120 рублей. Найс. Так, сейчас надо это разменять, насколько. 25 центов. Ребята, я сейчас короче, ребята, которые я сейчас подниму скин, я это отдам вам на розыгрыш. И да, не забывайте участвовать в розыгрыше, который я сделал в прошлом ролике. Когда тот предыдущий розыгрыш пройдет, сделаю новый розыгрыш. Так. Остановите его, убейте его. Не, сейчас я 100% не буду ставить. Когда пройдут краш, я поставлю ставку. Все, ребят, вот они пошли к крашу. Так. Потом поставлю две пушки на 1.3. Даже maybe на 1.4. А в 5 вот он краш прошел. Давайте сейчас, наверное, поставим, да. Надеюсь, сейчас краш не будет. Если будет, это плохо. Так. 1.3 и 1.14 мы подняли. Чуть-чуть денег. Так. Потом мы сейчас поставим вот этот 5.7. Точнее, давайте просто вот это уберет поставим на 1.2. Maybe сейчас получим какую-нибудь пушку дорогую. Это сколько, интересно? 69 центов, я запомнил, насколько я это буду сейчас. 1.2 поставил. Все, найс. И, о, нормальный глок. Ребят, этот глок уйдет вам на розыгрыш. Я сейчас его оставлю и буду играть вот с этими пушками. Попробую что-нибудь себе увидеть. Сейчас поставлю вот этот 5.7 с этим P250 на 1.1. Это сколько будет? 97 центов. Так, окей. И давайте сейчас сразу $1.84 поставим. Или можно рискнуть и поставить все эти пушки на $2.67 и поставить на 1.1. Давайте попробуем. Я поставил, сейчас то, что выбиваю, идет вам на розыгрыш. Следующий. Так, надеюсь, сейчас мы получим нормальную пушку, не будет краша и... Найс, нету краша, получаем вот этот юсп неисправность, и вам этот юсп идет на розыгрыш. Немного поношенный юсп. Сейчас я его получу, и когда буду принимать трейд, я вам покажу. Короче, ребят, скин почему-то не вывелся. Давайте с него мы попробуем подняться. Давайте ставим 1.1. Думаю, остальные будут крашены.
сейчас подойду, подожду, когда пройдут краши, и мы продолжим. Ребята, решил обменять по доллару эти скинчики. Чтобы большой минус не уйти. Зачем я один на этом постоянке? Что можно? Можно вот этот диск взять. Вот этим поделить. Покрыть. И 78 центов мне еще осталось. Вот с этих скинов мы будем подниматься. А 78 центов мы пока что оставим на балансе. Так, потом я следующий скин поставлю на 1-1. Вот этот, например, минус пик. Все, я поставил. Так, автоматов сейчас должен вывестись. Надеюсь, сейчас не крашнется. И надеюсь, сейчас я подниму этот скинчик. И да, я поднял до капсулы, кстати. И эту капсулу, наверное, я сейчас поставлю на 1-1 снова. Да, все, я поставил. Надеюсь, сейчас мы апнем эту капсулу, но начнем другую. Так, 1-1 ставка, и я апнул, что я апнул. Еще, а, не, не еще P9, а апнул P250. Поношенное качество, к сожалению. Так что, давайте мы с этого скинчика обменяем 2 доллара. Так, ну что, кстати, а вы по Фобос, что тут есть? Чтобы вам можно было бы разыграть из этих скинов. Я даже не знаю, калаш или пострижение. Давайте P250 поставим сейчас на 1-1. И пытаемся с ним что-нибудь апнуть. 1-1 доллар остался у меня. Точнее, 1 доллар и 10 центов. Так. Я поднял, что я поднял? Я поднял долбереты, только они мне не нравятся, так что я обменяю сейчас их. И это сколько у меня? 2.24. Давайте 2.24 поставим. Введем. Сколько денег у нас максимум? Так, я ввел. Что можно же тут выбрать? АВП вижу. Икс. Дробовик, я думаю, вам не нужен будет. Так, ну и так. Тоже не нужен. Так, я, короче, подумаю. Или сейчас поднимусь. Еще побольше денег подниму. И посмотрим. Так что давайте, я думаю, лучше будем поднимать деньги сейчас. Поставим эти долбиреты на 1-1 снова. Если крашится, мы поднимем сейчас деньги. Какой-то раз я уже говорю. Я поднял Т9. Так, давайте снова на 1-1 поставим. Надеюсь, сейчас меня не сольёт. Потом все эти скины обменяем на один скин и посмотрим, что можно выбрать. Так, я же апнул, да, я апнул, что я апнул. Я апнул этот минус, немного подошел. Так, уже это все вместе у меня выходит. 3 доллара и 65 центов, давайте я эту цену и поставим. Так, что тут есть? За 3 доллара и 65 центов. Вижу калаш нормальный. О, бомбочка, кстати. Можно ее на розыгрыш вам отдать. Тоже можно взять. КВП есть. Нужен получше. Давайте вот это поставим на 1-1. Так, я уже тут. Блин, у меня фейки. Так, обменять. Я даже не знаю, что можно вам взять на розыгрыш. Ребят, так как я хотел подняться до 5 долларов, сейчас давайте попробуем подняться до 5 долларов. У нас сейчас 3 доллара и 65 центов. Да, сейчас попробуем продолжать подняться. Сейчас поставим 1-1 там же. Так что давайте поставим 1 доллар 10 центов. Так, надеюсь, сейчас не крашится. Надеюсь, сильно. И да, не крашилось. Я выбрал P250. Это сколько уже выходит у меня? Уже выходит 3 доллара и 76 центов. Так, окей. Давайте сейчас попробуем кинуть поставить.
Если сейчас крашнется, такая жизнь будет, капец. Так, я поставил юнпик, и что же я получил? Я получил ЦЗ-шку за 1 доллар 94 цента. Нормально. Так, это уже сколько получается у меня? 3 доллара 94 цента до сих пор. Не знаю. Надо продолжать идти. Скажи мне, как ты любишь. Так, давайте P 250 поставим на 1 и 2. Пожалуйста, скрафтись. Только не крашусь, умоляю. Залагал, найс. Так, найс, я выбил юспик. Страшно. Сколько уже? 4 доллара. А что можно найти 4 доллара, если на центр лезть? Я, наверное, вам разыграю что-то за 2 доллара. Или что-то побольше. И себе надо, я хочу что-нибудь забрать. Так, поставлю я это на 1 и 1. Так, все, я поставил. Так, и получил я... Что? Тег 9. Фу. Хорошо, что у него сейчас хорошо у меня. 1 и 1 стал, ставлю тег 9. Так. Я же апку и... Ну, пожалуйста, не лагайся. Это жесть. Я сейчас боюсь даже ставить. Сколько уже? 4 с чем-то. 4.49. Мне нужно еще 51 цент. Я что-то уже боюсь ставить. Ну, почти мы дошли до 5 долларов, так что надо одну ставку поставить. Надеюсь, сейчас зайдет. С богом. Я поставил. Так. Не крашусь столько, не крашусь. Так, и она не крашилась, найс. И все вместе у нас уже сколько получается? Понимаю. Так, надо продолжать идти. Так. И что я выбил? Я выбил XM. Когда уже 5 долларов апну. Так. Когда уже апну 5 долларов, еще чуть-чуть, на 20 центов. Так. Ставлю ЦЗ-шку. С этой ЦЗ-шки что я апнул? Я апнул ключ. Все, я же апнул 5 долларов. Да, все, Настя, я апнул 5 долларов. Что можно за, 5, за эти 5 долларов взять? 5.04. Так, 6. Нужно 5. Так, вот. Что тут есть? Дигл, он какой-то некрасивый тут. Глок. Не очень. Так, извилины есть, только они поношенные. Вот этот дигл. Чтобы вам взять. Так, я вам хотел взять за 2 доллара, я вам возьму сегодня за 3 доллара. Так, что тут есть за 3 доллара. Давайте я попробую что-нибудь ключа апнуть. О, там много крашей прошло. Надеюсь, сейчас не будет крашей. Я подниму сейчас что-нибудь ключа. И, блин, я зря это делал. Ставлю еще 1 на 1. Я просрал только что 3 доллара почти. Господи. Пожалуйста, пусть апнуть. Так, я ключ апнул. Что-то я боюсь дальше ставить, но я пойду дальше. 1-2 ставлю. Зря только что ставил. Так, 1-2, пожалуйста, не крашусь. Сейчас хочу забрать до 5 долларов, либо до 6. Найс. Фамас. Ну, такой себе. Сколько это у меня? 3 доллара, щетка. Так, что вам нужен 3 доллара? Я тебе надо сейчас 3 доллара и все. И закончил его видос. А я не знаю, что может тут взять. Тут ничего такого годного нету. Давайте ставлю 1 и 1. Кайф. Так. И
Что же я апнул? Я апнул эмочку. Только она какая-то потрепанная. Я такую не хочу. Так. Что можно за 3 доллара взять и 87 центов? Есть юспик? Не, ну он не очень. Аук. Хз, хз. Кстати, дигл. А что тут есть, кстати, за 7 долларов тут есть? Или я не могу так посмотреть? Ну, блин, я так не могу посмотреть. Окей, надо будет еще раз попробовать с нее скрафтить что-нибудь. Не скрафтить, а поставить. Ну, короче. По 7 вам 100% не будет. Давайте попробуем сейчас еще 2 доллара апнуть, и потом что-нибудь вам за 3 доллара взять. И я себе заберу что-нибудь тоже за 2 доллара. Так, 1.1 я боюсь ставить. Ладно, я поставил. Так. Наверное, это последняя ставка была, и я что-нибудь обменяю на другое и заберу. И я апнул эмочку. Так, а есть тут что-нибудь другое? Что-нибудь получше на этой эмочке? Кстати, эмочка, ой, АВП есть, лапки прямо с завода. Эмочка поношена такой себе. Нет, это думаю, что-то одну. Так, я поставлю еще раз ставку. Я хочу что-нибудь нормальное там взять. Так. Я выбиваю, что я выбиваю. Надеюсь, там каши не было. Не хочу просрать. Вот. Я просрал. Фух. Я думал, что все просрал скин. А что я выбил? Прямо с завода по 2000. Такое себе. Я лучше обменяю на что-нибудь другое. Как раз 4 доллара 50 центов. И... Не, юспик он какой-то потрепанный. Глок. А вы поможете, давайте возьмем. Кстати, а вы поможете. Давайте что-нибудь вам за 2.5 доллара возьму. Нам всем так нужны люди, что убьют за нас. Нам всем так нужны люди, что умрут за нас. Ну вот нам всем так нужны люди, что полюбят нас. Мы все время любим тех, кто это ненавидит нас. Нам всем так нужны люди, что умрут за нас. Нам всем так нужны люди, что умрут за нас. Нам всем так нужны люди, что умрут за нас. Давайте с этих 2 долларов я сейчас пойду обниматься. Возьму какой-нибудь. Сейчас попробую с него подняться. А этот АВП пойдет вам на розыгрыш прямо с завода Фубас. Попробую сейчас подняться с этого и что-то что-нибудь. Вдруг что-нибудь нормально подниму себе. Или даже я обменяю вот АВП с юспом или что-то там другим. Обменяю что-нибудь получше. Потом за 6 долларов. А, ну все, ладно, забираю это АВП, получить нажимаю. Вроде бы это АВП нормальное. Когда придет трейд с этим АВП, я включусь. Так, ребят, опять что-то не вывелось АВП. Давайте я попробую поставить 1.1. То, что сейчас выпадет, я поставлю заново трейд ссылку, попробую забрать. Скинь это сейчас выберу. Надеюсь, выберу. Может быть там и найдется приют для моей души, для твоей души. Но пока что мы люди, что убьют за нас. Понимаю. Всем так нужны люди, что умрут. Все просрал. Ребят, ладно, в следующем ролике мы зайдем на сайт Just Case, попробуем там что-нибудь выбить. И потом где-то через 5 дней я снова выложу по этому сайту ролик. И думаю попробую. Что я несу? Думаю, получится поднять какой-нибудь скин за 5 долларов. Всем удачи, всем пока. Нам всем так нужны люди, что мы прячемся в серых коробках, мы не выходим.